Всем привет, друзья! На Mercedes 211 можно активировать функцию остаток топлива в баке. Вот сейчас показываю, что в принципе эту функцию нет. Да, еще мы здесь активировали AMG меню на 211. Также я оставлю отдельное видео, как мы активировали AMG меню. Можете посмотреть. Ссылка будет в описании. В общем, здесь нет остаток топлива. И как это активировать? Заходите в блоки управления. Информация и связь. Комбинация приборов. Здесь диагностирование по указанию завода. Кодирование блока управления. Вариантное кодирование. Снизу вариант кодинг на немецком. И здесь вот все можно кодировать. Все, что вам угодно. Конкретно остаток топлива в баке. Спускайтесь вниз и находите строку Tank Info. Вот Tank Info. Здесь у вас будет Disable. Ставите Enable. И подтверждайте. Перевести кодировку блока управления. Да. Проводится кодировка. Пожалуйста, подождите. Кодировка проведена. Назад. Назад. Опять назад. Заходите назад. Здесь заходите в активацию. И выполняйте сброс блока управления. Спрашивает сбросить все настройки. Да. Идет сброс, и уже появляется меню. Это AMG меню, а дальше уже появляется остаток топлива в баке. Вот. И уже появляется дополнительное меню. Остаток топлива в баке. Так что можете активировать себе с помощью OpenPort. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо и удачи на дорогах.